Сижу возле Всеволожского городского суда Ленинградской области, а именно той его части, которая находится в микрорайоне Южный в городе Всеволожском. Жду судебное заседание. Листаю ленту Дзена. Люблю ее полистать, когда есть свободное время. Люблю почитать юристов, адвокатов, которые ведут свои каналы. И вот натыкаюсь на статью, название сейчас не помню, но смысл статьи в том, что о ведении протокола судебного заседания в делах об административных правонарушениях. И вот автор этой статьи говорит: заявляйте ходатайство, потому что по закону у нас протоколы судебного заседания в делах об административных правонарушениях, ну, допустим, предусмотренные главой 12 кодекса, да, то есть все, что связано с ПДД, они вообще не ведутся. И об этом четко в законе написано. Единственные дела, которые ведутся, да, об административных правонарушениях, вот протоколы, это когда слушается коллегиальным составом, целая коллегия создается. И вот автор говорит: заявляйте ходатайство, и вам удовлетворят, значит, вот это ходатайство о ведении протокола. Друзья, никогда в жизни ни один мировой судья в деле об административном правонарушении, например, по той же статье 12.8, да, за управление в состоянии алкогольного опьянения, никогда в жизни вам не удовлетворит ведение протокола судебного заседания. Единственное, что вы можете сделать, на практике у меня так несколько раз получалось, это заявить ходатайство о ведении аудиозаписи с последующим приобщением этой аудиозаписи к материалам дела. Но и тут надо это делать таким образом, чтобы у вас под рукой сразу было пишущее устройство и плюс устройство, с помощью которого, например, ноутбук, можно сразу записать этот разговор на болванку и сразу же в этом заседании, там, в конце заседания приобщить либо там этот диск, либо флеш-носитель к материалам дела. Вот это вы еще попытаться можете сделать, если кому-то это надо. И то шансов у вас немного, но у меня несколько раз получалось. Почему все делается в одном заседании? Потому что вы не можете приехать домой, переписать и привести, потому что суд не приобщит к материалам дела такую болванку, потому что у суда могут быть сомнения, был ли там какой-то монтаж, был или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то. В общем, вот такая информация. Я уже скоро, через 15 минут, пойду в судебное заседание, поучаствую. А мы увидимся с вами в следующих роликах. Всем до встречи. Пока.